Боевик так называемой Луганской Народной Республики приехал в Запорожье на лечение. Сотрудники СБУ задержали 21-летнего мужчину в туберкулезном диспансере. Как выяснили силовики, в 2014 году он вступил в ряды террористов, участвовал в боях против вооруженных сил Украины под Дебальцево. В Запорожье был вынужден приехать на лечение, так как на неподконтрольной территории оно слишком дорогостоящее. Открыто уголовное производство, боевику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Хочу сказать всем, кто находится сейчас в бригадах и других подразделениях ДНР и ЛНР. В Украине продолжается обычная жизнь, нормальная жизнь, как и до 2014 года. Здесь нет комендантского часа, нет людей с оружием на улицах. Люди стабильно получают зарплаты и пенсии. Сейчас я раскаиваюсь в том, что совершил против Украины, что был причастен к разжиганию войны. Співробітники управління затримали його біля тимчасового помешкання у місті Запоріжжі. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 258 з позначкою 3. Це участь у терористичній організації. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.